Всем привет! Продолжаем мы путешествовать с моими друзьями из Беларуси. Находимся мы в Будапеште. Это один из моих любимых городов в Европе. Действительно хороший городок. Можно там побывать, походить, посмотреть. Вот в Королевском дворце есть такой фонтан, скульптурная группа, которая называется «Охота короля Матиаша». Скульптор Алош Штробль позаимствовал идею у Михаева Веремешмарти, трудный язык, Михаева Веремешмарти, баллада была такая, что однажды король Матиаш любил путешествовать, переодевшись в какие-то простые одежды. И вот он был на охоте со своей свитой, видимо, загонял кабана, ну, а может, еще чуть-чуть там загонял кого-то другого. И вот он, этот прекрасный король, симпатяга, зелененький, правда, вот, в окружении своих придворных, собак. А вон там справа сидит девушка. Ее зовут прекрасная Илонка. Или Илонка прекрасная. Ну, когда, короче говоря, этот король был на охоте, он, конечно, встретил Илонку. Ну, Илонка же не знала, что он король. И влюбилась в бедолага. Но через некоторое время она узнала, что это был король. Вот, видишь, Илонка красивая. И умерла. Вот такие дела. Всем пока, всем привет.